Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Молитвы евангельские. Эпиграф. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. Из всех молитв, которым учит нас Церковь, наибольшее значение имеют те молитвы, на которые указывает Евангелие. В этих молитвах мы должны до глубины продумать те мысли, которые в них вложены. Совершенно особой из этих молитв является молитва «Отче наш», которая дана была Господом апостолам, как образец в ответ на их просьбу «Научи нас молиться», и которую считают за сокращенное Евангелие. Эта молитва начинается словами «Отче наш, сущий на небесах». Евангелие от Луки, глава 11, стих 2. В речах Господа слово «Отец» встречается чаще, чем какое-либо другое. Господь как бы жил Отцом и поэтому говорил постоянно про Отца. К такой же близости к Небесному Отцу Он хочет привести Своих учеников. И не только привести, но и внушить им, что Его Отец есть и их Отец, что так же, как Он, они имеют право считать себя детьми Божиими и дерзновенно обращаться к Богу, как к Своему Отцу. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Он даже запрещает ученикам своим слово «Отец» применять к кому-либо на земле, а повелевает считать Отцом себе исключительно Его Небесного Отца. Он говорит: «И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9. Господь хочет, чтобы и Его ученики любили бы Его Отца так же, как Он, всем сердцем, всею душою, всею крепостью и всем разумением Своим. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. При произнесении слов «Отче наш, сущий на небесах», Господь хочет, чтобы наше сердце оторвалось от земли, приобщилось небу и сразу же отдалось Богу Отцу, Духу непостижимого величия, красоты и благодати. Отдалось бы так, как отдается сердце ребенка своему земному отцу в тот момент, когда чувствует особую нужду в его любви, защите и помощи. Отец Иоанн восклицает: «Все силы небесные с любовью взирают на тебя за то, что ты с верою и любовью и подобающим благоговением призываешь общего их и нашего Отца, Творца, Вседержителя и Господа. О, какое высокое счастье и блаженство! Какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца!» Следует обратить внимание на слово «наш». Господь не ставит здесь слово «мой» для того, чтобы приучить нас думать при молитве не только о себе, но и о всей семье детей Божиих, о христианской церкви в ее целом. Он учит нас и здесь любви к ближним, и учит и для них испрашивать у Него благ небесных и прощения грехов. Слова молитвы «сущий на небесах», конечно, не надо понимать буквально, то есть о пребывании Бога где-то в физическом небе. В Библии небом называется весь внематериальный духовный мир, включающий, кроме Бога, все ангельские силы и души людей, удостоенных Царства Небесного. Далее следуют прошения в форме восклицаний, которые представляют одно целое. Первое из этих прошений — «Да святится имя Твое». Что значит «святиться»? Слово «святость»
неземное слово. И понимать его легче сердцем, чем умом. Гораздо доступнее всем слово «красота». Через красоту мы можем постичь и святость, как абсолютную красоту Духа. Нашему сердцу и разуму свойственно преклоняться пред красотой. Господь хочет, чтобы мы в начале молитвы преклонялись пред Богом Отцом, как пред образом абсолютной красоты, света и истины. Может быть, мы думаем, что образ Бога всегда для нас неизмеримо высок, и мы неизменно полны преклонения пред Его благодатью и мудростью. Казалось бы, незачем просить тогда и о том, чтобы этот образ нами светился. Это не так. Образ Бога далеко не всегда светится в душах и тех, кто считает себя христианином. Мы очень часто ропщем на Бога. Ропщем при несчастьях, скорбях, болезнях. Или бываем недовольны при скудости благ материальных, лишениях и тому подобное. Все это говорит за то, что в это время Его имя не светится в нашей душе. Прошение второе. «Да приидет Царствие Твое». Относится оно не только ко всему человечеству, но также и к нашему сердцу. Здесь, в нашем сердце, господствуют обычно разные царьки и кумиры, страсти и пристрастия. Мы просим о помощи нам изгнать их и водворить единственно законного царя сердца человеческого — Бога. Третье прошение относится также не только ко всему миру, но и к нашей воле. «Да будет воля Твоя». Мы будем спасены, если заменим свою волю на волю Господню, ибо воля Божия есть освящение наше. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Первые три прошения заканчиваются общим для всех заключением «и на земле, как на небе». Что надо понимать под словом «земля»? Господь сказал Адаму: «Земля есть, и в землю отыдешь». И нам, всем грешным, немощным, далеким от чистоты и совершенства, следует под землей подразумевать и самого себя. Вместе с тем, под землей надо понимать и всех живущих на земле, и, подражая святым, молиться за весь мир. В четвертом прошении мы говорим: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Есть несколько представлений того, что надо подразумевать под хлебом насущным. Во-первых, здесь можно понимать обычный хлеб или пищу, а также и все необходимые для жизни материальные блага. Но здесь надо помнить, что Господь говорит нам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 25-32. Поэтому важнее вкладывать в понятие о хлебе насущном другое. Господь говорил: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Итак, нам необходимо знать Священное Писание. Во-вторых, Он говорил: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Поэтому исполнение Божией воли Господь называет пищей. Признаком пищи есть гибель без нее организма и возрастание его от принятия ее. Что случится с духом христианина, если он откажется выполнять волю Божию?
очевидна духовная гибель, оставление его Духом Святым. А что будет с человеком, если он всегда будет послушен воле Божией? Очевидно возрастание его в Духе Святом. Все святые по опыту знали, насколько важно для них искать воли Божией для всех дел и даже мелочей жизни, и поэтому ненавидели самоволие. Как пища, им нужно было постоянное сознание, что во всех делах своих они поступают в согласии с волей Бога, и только при этом сознании душа их была покойна и мирна. Наконец, третье и особенно важное для нас понимание хлеба заключается в словах Христа: «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55. Здесь мы просим об удостоении нас таинства Евхаристии. Итак, под словом «хлеб насущный» мы просим и о самом необходимейшем для нашей души, о питании нас истиной, о даровании нам возможности всегда выполнять волю Божию и жить соответственно нашему призванию, о принятии нами в таинстве причащения тела и крови Христовых. Общим же пониманием хлеба насущного будет все для нас необходимое. И в этом случае все посылаемое от Господа, в том числе и спасительные для души скорби и бедствия для тела, будут для нас необходимостью, то есть хлебом насущным. Пятое прошение. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь следует обратить внимание на то, что Господь ставит в прямую зависимость прощения наших грехов от нашего собственного милосердия к людям и нашего прощения им обид, долгов, неприятностей, досаждений и тому подобное. Он счел нужным подчеркнуть эту зависимость и, окончив текст молитвы, добавляет еще отдельно: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-15. Поэтому наша молитва будет бесплодна, если в глубине души нашей будет таиться к кому-нибудь злоба, вражда или даже просто раздражение, злопамятство, укоры за прошлое, близкое или давнее. Пятое прошение об оставлении нам грехов имеет значение и в отношении избавления нас от ответственности на страшном суде от нашего греховного прошлого. Вот как пишет об этом архимандрит Борис Холчев: «Когда мы слышим это прошение «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим», то будем помнить, что у нас есть страшный грех. Это греховное прошлое, которое имеет над нами власть, держит нас в тисках, мешает приблизиться к Богу. Все мы живем на земле, и на земле жизнь дана для того, чтобы снять с себя тяжелое бремя греховного прошлого, чтобы расплатиться с греховными долгами, чтобы в час смерти, когда закончится земная жизнь, греховное прошлое не имело над нами власти, чтобы этот страшный долг был заплачен. Шестое и седьмое прошение тесно связаны между собой. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Может быть, мы думаем в самообольщении, что имеем силы сами бороться с искушениями. Нет, эту силу дает нам только Господь. Имеется много рассказов про великих подвижников, как они подвергались тяжким падениям, когда начинали впадать в самомнение и гордость. Господь тогда отступал от них, и они не имели сил преодолевать искушения.
Вот почему нам надо смиренно просить Господа помочь нам в наших искушениях. И не только помочь, но и сохранить нас от источника искушений, лукавого духа. В тексте евангелиста Матфея к прошениям добавляются слова: «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Обычно это добавление читается после молитвы только священникам в форме возгласа: «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В церковных молитвах включается и подобное ему восклицание: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Оно так часто встречается в составе молитвословий, имеет такое значение, что на нем надо становиться внимательнее. В этом восклицании все лица Святой Троицы перечислены отдельно. Надо поэтому любовь и чувство сердца нашего по отношению к Богу также разделять по отношению к каждому из лиц Святой Троицы, как бы славя каждое из них отдельно. Святая Троица, хотя и не раздельная, но и не слиянная. Мы знаем, как Господь любил Своего Отца, и хотя мы Отца знаем более всего по Сыну, но, подражая Сыну, мы так же, как и Он, должны любить и Отца. Мы не в силах представлять себе образ Святого Духа. Господь называет Его постоянно утешителем. Познать же Его мы можем по Его действию на нас и в моменты утешения, в те моменты молитвы, когда горит сердце и льются слезы умиления. И, вознося славу, мы отчетливо должны воспроизводить в душе образы каждого из лиц Святой Троицы. К славословию Пресвятой Троицы близка краткая молитва к ней. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Здесь встает вопрос: какую ипостась Святой Троицы понимать нам при произнесении слов «Господи, Владыко и Святый»? Здесь можно предложить следующий образ мышления при чтении этой великой молитвы. Поскольку грехи наши очищаются искупительную жертвою Господа Иисуса Христа, то первое прошение должно относиться к Нему. Затем мы просим Бога Отца, Владыко, простить беззаконие наши. Очевидно, не ради нашего достоинства или наших заслуг, а опять-таки ради крови Его Сына, пролитой за искупление этих беззаконий. Наконец, под словом «святый» мы понимаем Святого Духа, которого просим, так же, как в молитве Царю Небесной, посетить и исцелить наши духовные немощи. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский: «Когда молишься Отцу и Сыну и Святому Духу в Троице единому Богу, не ищи Его вне себя, но созерцай Его в себе, как в тебе живущего, совершенно тебя проникающего и знающего». В славословии Пресвятой Троицы слова «и ныне, и присно, и во веки веков» могут показаться излишним повторением одного и того же понятия. Если «и присно», то есть «всегда», то зачем же говорить «во веки веков»? В слове «ныне» мы воздаем славу Богу за нынешний момент, за свою короткую земную жизнь. В слове «присно» мы говорим, что Господь и был, и есть, и будет славен всегда. А при словах «во веки веков» мы как бы отрываемся от теперешнего времени и в ясновидении уносимся в вечность и видим себя там, возносящими славу Богу, вместе со всем сонмом святых, тогда уже одной только торжествующей Церкви.
кроме «Отче наш», Господь дал нам образец и покаянные молитвы мытаря. «Боже, милостив будем мне грешному». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. В немногих, пяти словах здесь есть все, чтобы снискать Божие милосердие и получить прощение грехов. Эта форма молитвы удивительна по своей скромности и глубине чувства раскаяния. Самая краткость ее подчеркивает чувство смирения. Мы как бы считаем себя недостойными утруждать внимание Господа многими словами. Мы вместе с тем и не смеем просить о прощении наших грехов, очевидно считая себя их слишком тяжкими. Мы просим лишь о милости к нам, о снисхождении, о смягчении нашего наказания. И очевидно, что, произнося эту молитву мытаря, мы должны подражать его смирению, про которое Господь говорит, что он «стал вдали, не смея поднять глаз на небо, ударяя себя в грудь». Однако повторение этих пяти слов может быть не единичным. Краткую мытареву молитву о помиловании преподобный Серафим день и ночь повторял бесчисленное число раз, молясь на камне в течение 3 лет. Есть и еще более краткая церковная молитва о помиловании «Господи, помилуй», которая очень часто повторяется в молитвословиях и при церковном богослужении обычно 3, 12 или 40 раз. Это также евангельская молитва, которая неизменно привлекала к себе милость Господа к исполнению обращенных к Нему просьб. Здесь всего 2 слова, но и их достаточно, чтобы при чувстве крайнего своего недостоинства и глубочайшего смирения получить от Господа помилование. Эту молитву отец Иоанн Кронштадтский называл «воплем виновного и осужденного на казнь, просящего помилования у раздраженного правосудия». Эта молитва хороша тем, что она не требует от нас никакого напряжения ума и произносится мгновенно. Ею могут молиться и все больные, которым не под силу другие молитвы. Ее можно мгновенно произнести и в минуты опасности, или в трудных условиях, когда невозможно сосредоточиться. На основе евангельского приветствия Архангела Гавриила Деве Марии составлена молитва «Богородица Деву, радуйся». По отношению к Божией Матери имеется много чудесных и длинных молитв с подробным перечислением всех наших нужд и скорбей, от которых мы ищем защиту у покровительницы рода христианского, но ни одна из этих молитв не может сравниться с молитвой Богородицы. Она немногословна, но, как мы знаем, сущность молитвы состоит не в многословии. Богоматерь, как и Господь, сама знает лучше нас все наши нужды. Нам лишь надо сказать ей, как она нам дорога, как любима. И это мы передаем нежными словами приветствия Архангела Гавриила. «Радуйся, благодатная!» И далее мы дополняем это наше приветствие «Господь с тобою». Какая может быть большая радость, как не быть с Господом, со своим Сыном? После этого мы опять-таки только преклоняемся пред неземной славой и красотой Богоматери. Благословенна ты в женах. Преклоняемся и перед ее Сыном, и благословен плод чрева твоего. И, наконец, торжественно возглашаем ее величие, возглашаем величайшее из всех великих дел, которое когда-либо могла совершить на земле Дева, давшая земле Спасителя всех поколений прошлого, настоящего и будущего, яко спаса родила еси душ наших. Преподобный Серафим свое кратчайшее молитвенное правило для мирян составил только из молитв «Отче наш» 3 раза, «Богородице» 3 раза и символа веры. Он считал, что эти молитвы при необходимости могут заменить все другие, и значение их
преимущественным перед всеми молитвами.